Народ, всем привет. Ну вот, сегодня последний день, мы на море. И я тоже нашел силы, больной, сюда прийти, чтобы посмотреть вот эти последние минуты, как хлещется водичка. Вот. Ну, здоровайтесь, вы-то что не здороваетесь? Привет! Слава. Привет! Все, пошли, мы едем домой. Сейчас стоим возле знака. Налево Симферополь, вот направо Керчь. Выезжаем на эту трассу в сторону Крымского моста. Надеюсь, как только мост проедем, и симки заработают. Опять возвращаемся по Керченскому мосту. Будем проезжать по этому квантовому мостику или отрезку мостика. Справа так поезд не видели. Надеюсь, пока доедем до конца моста, увидим. Пару слов туда-сюда, Вячеслав. Пару слов, Вячеслав, туда-сюда. Как вы отдохнули? Нормально? Почему вы такой уставший? Вероник, пару слов туда-сюда. Спасибо, Вероник. Привет. Привет. Находимся в Московской области, город Клин. Заехали в Макдак. Так, а где еще две колы? Сейчас перекусим и поедем дальше. Но как же без подсчетов в конце видео? Был бы я не я. Себя показывать не буду, потому что двое суток был за рулем. Вот. В таком состоянии лучше меня не видеть. Смотрите, ехал в ту сторону. У меня ушло 8500. Это частично бензин, частично газ, плюс транспондер. Почему частично? Потому что газ у меня отказал где-то после Воронежа. И больше он у меня не работал. Я так и ездил с полным баком заправленным газа. Вот они чеки. Все, что ехал туда, вот они все. Назад у меня обошлось в 10 690. 56. Это также транспондер и чисто бензин. Вот он написано. Бензин. 8 890 56. Транспондер. Так как этот раз мы ехали после Клина по М11. А когда ехали в Крым, то я ехал по М10, по бесплатной. Вот, вот почему по транспондеру вышло 1200. Вот и бензин. Ну, в принципе, разница... Я хочу сказать, что небольшая. Это вот 7379 и 8890. Ну, там с копейками. Ну, все равно, если бы ехал чисто на газу, может, было бы и еще дешевле. Вот я люблю копить эти чеки. Вот у меня здесь уже подписана бумажка 21 год. И теперь уже... До следующего года. Не знаю, куда на следующий год поедем, но надеюсь, куда-нибудь поедем. Все, всем удачи и хорошего дня. Пока.